Привет, привет, снимаю вас солнечной Анталии. Вода сегодня около, наверное, 25-27 градусов. Вообще просто тепло, потому что это уже горячее. Вот так вот, сейчас 12 часов дня. Сегодня у нас 7 или 8. В общем, занимаемся. Так проходит утром. Вот спата фонтали. Привет, привет. Я Тамар Францевич, снимаю специально для Натальи Камах. И солнечная Наталья. По поводу отелей. Вот этот отель, который сзади меня, называется Портабелла. Сейчас здесь активно ведутся, я сейчас покажу, работы по его чистке, улучшению и так далее. Он открывает. Я еще позже сделаю обязательно видео, в котором покажу его изнутри. Все, давайте. Удачи!